Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году указом императора Александра II. На склонах озера Абрау был открыт идеальный терруар и родился легендарный бренд Абрау-Дюрсо, который вот уже 150 лет является гордостью российского виноделия. Вино начинается с виноградника, а Абрау-Дюрсо начинается с земли. Неповторимые условия делают терруар идеальным. Мягкий климат, мергелевые известняковые почвы, 320 солнечных дней в году. В настоящее время Абрау-Дюрсо — это не только лидер рынка, но и крупнейший производитель. Собственный завод, основанный в 19 веке и модернизированный в наше время, производит более десятка позиций. От выдержанных классических игристых вин до более демократичных, созданных методом шарма. Расширяется производство премиальных тихих вин. В коллекции Русского винного дома более 60 международных наград. Оценка критиков подкрепляется и выбором потребителей. Абрау-Дюрсо занимает первое место в России по узнаваемости торговой марки. А это значит, что более 90% населения знает бренд, а 45% предпочитает его всем остальным. Продукция группы компании Абрау-Дюрсо представлена в 85% торговых точек России. У Абрау-Дюрсо масштабная дистрибьюторская сеть, более 200 региональных партнеров. Вино также поставляется на экспорт в 20 стран мира. Достичь таких высоких показателей помогают современные логистические центры, которые одномоментно вмещают более 12 миллионов бутылок. Рекордные финансовые показатели – это результат кропотливой и длительной работы, благодаря которой становится возможным дальнейший рост компании и развитие туристического направления. Ведь Абрау-Дюрсо – это еще и крупнейший центр винного туризма в Европе, которые ежегодно посещают более 250 тысяч гостей. Это комфортные гостиницы, высококлассный сервис, живописные виды, экскурсии и дегустации, рестораны и спа-салоны, изумрудное озеро Абрау, мягкий воздух предгорья Кавказа и, конечно, люди, которые работают и живут здесь. Владельцы компании одной из главных задач считают комплексное развитие социальной сферы поселка Абрау-Дюрсо. В 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова был создан фонд «Жизнь Абрау», цель которого – поддержка проектов в здравоохранении, спорте, образовании и благоустройстве поселка. Абрау-Дюрсо сегодня – это туризм и гастрономия, виноградарство и земледелие. Великое историческое наследие и взгляд, устремленный в красоту будущего. Абрау-Дюрсо. 150 лет игристой истории.